have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, и мы продолжаем наше путешествие по миру фар. Все-таки я придерживаюсь того мнения, что фар, кроме того, что это далеко, вроде как еще говорили, что это имя нашего персонажа, поэтому, ну, если придерживаться этой теории, то мы в мире фар. А где у нас там внизу два чего-то? Давайте еще немножко продвинемся. Сейчас я... Давайте на парусе. Пока ветер есть, давайте путешествовать на парусе. Я просто не буду его сильно поднимать. Мы не двигаемся, да? Я подумал, что я его сейчас немножко... Это мы сейчас самый малый вперед врубили, да? Очень медленно. Ну, хорошо. Может, оно и лучше. Вот, одна вещь уже почти что под нами. Нафиг. Пойду-ка я, наверное, возьму вот эту штуковину и погрузимся. А тут до дна прям... Ого-го, сколько. Я знаю, что вроде в ту сторону показывал. Мне показалось, если я проплыл слишком наискосок, я мог пропустить нужную мне вещь. Кстати, а что будет, если оставить этот кабель внизу болтаться? Зацепимся мы на дне за что-то или нет? Так, вот две вещи. Их нельзя даже под это... Ладно, придется два раза за ними нырнуть. Кабель пусть пока что поваляется на дне, потому что там впереди еще что-то. И сюда, и сюда. Бросаем, погружаемся за вторым. Пропускать ничего не хочется. Я уже говорил об этом в прошлых сериях. Если я что-то пропускаю, делают крайне неохотно и ненамеренно. Ну, в рамках здравого смысла. Но пока что вот у нас явно есть какие-то вещи. Немножечко не хватает того, что вот ты можешь взять с собой сразу, там, допустим, две вещи. Одну подцепил на плечи, одну тащишь в руках. На мой взгляд, было бы удобней. Ну, то есть контейнеры мы можем зацепить контейнер вот этим, но мы не можем веревкой зацепить, например, обычную, чтобы подцепить. Одну взял с собой, одну подцепил и вытащил потом. Вот таким вот образом. Не то чтобы я прям на это жалуюсь. И, кстати. Этот пуфик, не пуфик, непонятно что. Что там по радару? Одна вещь немножечко впереди. Давайте мы еще немного пройдем на парусе, чтобы она оказалась под нами. Я понимаю, что все это энергоемкий процесс. Мы можем оттолкнуть эту льдину. Мне уж показалось, придется форсаж доставать, но нет, можно справиться без форсажа. Так, еще немного. Сейчас оно окажется под нами, и я нырну за ним. Опять же, дно очень глубокое.
И вот в данный момент мы вообще двигаемся. Да, смешно. Я смогу оттолкнуть ее или нет? Или все-таки моя теория о том, что придется погружаться. Тут жаль, просто ветер снаружи есть. Но, видимо, да. Поехали вниз. Таким образом поднимаем. А, чтоб тебя, холодная вода, холодная вода. Поднимаем канат, потому что мы весь корабль погружаем, так нам оно вроде как ни к чему. Ну-ка. Блин, ты вещи отсюда не выталкивай, пожалуйста, а то я еще спалю случайно. Переключаем на воду. Оно переключено на воду. Оп, оп. Нет, не переключено оно на воду. Все, все, все хорош. Я не понял, у меня лебедка поднимается. Наконец-то, спасибо. 35 лет прошло. Знаете что, давайте я тогда, ну, грубо говоря, сам туда сплаваю. Вниз. Потому что мне кажется, заводить сейчас двигатель для того, чтобы потом опять тормозить. Ну, такое себе. Поисследуем дно сейчас. Смотрите, прошло 5 минут серии. Мы подняли два бочонка. Все, до свидания. А, супер геймплей. Фига себе, расщелина. И тут ничего нет? Серьезно? Ну, как бы, да, это может быть, я ж не спорю, это... А, да? Это мне сюда пришвартоваться предлагают? Тут ничего нет сверху. Ладно. Все, поехали тогда заниматься интересностями. Это мне сейчас нужно будет движок стартануть и на малый вперед. Тут погружаться еще очень долго, я так понимаю, да? Кораблик. Чуть-чуть потерялся. Да. На глубине в пространстве потеряться очень легко. Я не знаю, ребят, может у вас есть талант как не теряться на глубине, но я таким талантом, наверное, не обладаю, что ли. Сделаем вот так вот малый вперед. Нужно бы что-то в топку кинуть. Я бы такой, чтобы вручную отнести это, потому что на крючках... Сказал и нажал на крючок случайно. Молодец. Все, поехали. Только в глубину. Мы же ни на что не напоримся сейчас. Тут весь геймпад вибри... Ой, блин, оно отваливается! Как бы меня не прижало. Ой-ой-ой, стрёмно-то как. А ты, стой! Нет, наоборот, вверх. Я не то делаю.
есть. Меня автоматически затащило. Я просто не хотел еще раз стартовать двигатель. Ух, меня сохранило. Хорошо. Что вы мне предлагаете? Спуститься туда вниз? Кстати, это и предлагают. А, это шлюз. Ух ты ж, ё. Ну, логично вообще-то. Не-не-нет-нет-нет, оно падает. Интересно, я мог выпрыгнуть там, где нужная кнопка, или нет? Я просто не успел, по-моему. Ух ты ж, ё. Так, сверху, видите, починочка есть. Сверху починочка, а тут ящички, которые я могу толкать. Которые мне помогут... Что? Вон туда забраться. Это логично. Механизм-то внизу не работает? Ага. Мне нужно его... Минуточку, а ящики могут просто перевесить? Ну вот, просто своим собственным весом. Видите, оно же потихоньку... я понял. Это не просто ящики, это канистры, которые надо наполнить водой. Чтобы они стали тяжелее. Есть. Отпусти. Ну хорошо, пусть льется, оно не лопнет, надеюсь. И теперь нужно это состыковать. Есть. Это случайно не счетчик сейсмической активности? Мне починку дали. Так, я могу теперь это тащить? Даже полный ящик могу тащить. Но мне он нужен просто потому, что я не запрыгну иначе, мне кажется. И главное, починку не забыть с собой забрать. А, ну и починкой я смогу починить лифт и поехать туда, куда мне надо. Окей, окей, это логично. Оп, оп. Лети! Это что, телепатия, что ли? Я схватился совсем не там. Ну, ладно. Ну, да, эта штука у нас фиксировала... Ну, не дребезжание, а как-то... Сейсмические волны. Мне сюда. Не-не-не-не-не, погоди. Нет! Его просто унесло. Его просто унесло. Ага, мне предлагают вот так сейчас. По затопленной части.
Стой, тут больше ничего. Я починку по пути выронил. Нельзя так делать. Я только спохватился, а где? А я, кстати, не управляю сейчас. Это оно само. Где мой кораблик? Гляньте, прикольный двигатель такой. У этой капсулы. Ага, Northwest Passage. Northwest, если что. Мне предлагают здесь всплыть. И что дальше? Тут ничего нет. Нет, конечно, все круто, но... Я еле иду, мне холодно. Я так полагаю, что мне холодно. Отдайте кораблик. Я еще не готов с ним попрощаться. Стойте, нет. Такое ощущение, что он босиком, поэтому... она... Да, фара-то она. Ну, просто послушайте этот звук. Хранить сейчас прошло. Я что-то так делаю. Я не хочу что-то так делать. Отдайте кораблик. Черт. Пусть его где-то вынесет. Пусть он будет поврежден. Мы его починим. Мы же чинили наш локомотив в первой части. Да, музыка совсем такая недобрая. Она на самом деле неплохая, она больше грустная. Судя по всему, мне, да, предлагают сейчас идти пешком. С починочкой. А что я буду делать? Вот смотрите, север, холода, лед. Чем я отправлю их дальше? Я сейчас очень надеюсь, что я не тупанул сильно и не оказалось, что там где-то был вход в мой корабль, и мне нужно было все это под водой проплывать, но вроде нет, вроде все так и должно быть. Смотрите, сколько здесь. Это очередное кладбище. Весь мир после определенной катастрофы превратился в кладбище. Да, но посмотрите, какие грустные виды. Так, я... Ох! Скримера я тут не ожидал. Я оказался в каком-то трюме. Чисто теоретически, да, тут вроде как можно, наверное, переночевать и, возможно, даже не замерзнуть, если... Раз... Еще одна починка, то есть... Вы не думали, что я прихвачу эту с предыдущей локации? Я вас понял.
Я надеюсь, что мне реально туда. Так, игрушка, починка, погоди, а ты у нас что? Ты у нас просто ящичек, да? Тогда вот что сделаем. Раз, два, три. Я за всем этим сейчас, наверное, вернусь. Мне кажется, что мне предлагают забраться вот на этот борт. Уж не знаю, что это. Да, это какой-то... Мне до сих пор не верится, что наш корабль вот просто вот так вот, все, он просто исчез. Его унесло, я понимаю, что его унесло, что он, возможно, еще где-то появится. Как, знаете, главное правило в фильмах и в играх, если ты не видел труп, значит, он еще не мертв. Но, блин... Нам просто предлагают починить другой корабль сейчас. Ну, или это не корабль. Ну, там какие-то механизмы, и это все просто выглядит как корабль. Игрушки нельзя бросать. Игрушку надо забрать с собой. И вот этой починочкой воспользуемся. А, это просто... Просто проход дальше. Минутку, а вот это что нам даст? Ничего. А с... я же не смогу три вещи с собой нести. Давайте я хотя бы просто наверх подниму. Я просто, я не знаю, сколько мне там наверху еще топать после этого. Прикиньте, одну целую починку оставить, одну на две трети целую и игрушку. То есть мне придется выбрать что-то одно из них. Давайте пока так сделаем. Я пройдусь чуть вперед, посмотрим, что меня там дальше ожидает. Меня относит. Пожалуйста, пусть тут будет не так далеко. Я хочу вернуться за теми вещами. А, я понял, зачем тут эти порожки. Такая штука у нас была на кране, помните? Нам приходилось цепляться для того, чтобы нас не унесло. Подождем, пока ветер стихнет. Просто смотрите, знаете, вот ветер хватит, успокойся. Игра у нас просто, у нас нет другого выбора, мы идем вперед. Игра нам говорит идти вперед. Но представьте себе оказаться вот в этой вот ситуации. Момент как-то подгадать, да, чтобы меня не снесло. Оказаться в такой ситуации, когда твой корабль, в котором было абсолютно все, его просто уносит.
назад я могу попасть. Нет, 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 ты чё, ты чё, ты чё, нет, не делай этого, нет, 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 я пошутил, стой, не надо, нет, стой, ветер, ну ты чё? Там такой промежуточек маленький, я, ай, блин, да прихвати ты, прыгни. Упади. Вот дальше, чем это не снесет. Я просто проверял, могу ли я вернуться. Да, моя жадная душонка говорит о том, что если я сейчас что-то найду, я хочу вернуться затем. Это далеко. Это далеко. Но, возможно, если бы я сейчас бы нашел место, в котором я могу все это сложить, я бы вернулся. Ясно, понятно, все, я затем уже не вернусь. Вот эти чемоданы, мне кажется, тоже там неспроста. Что? Человек. Ну, я понимаю, что это труп, но он тут замерз. Кстати, мне эти чемоданы надо позакидывать в топку. Блин, мне серьезно, аж прям не по себе от того, что... Ну, нам игра со всех сторон дает понять, что все, человек, того корабля ты уже не увидишь. Вот тебе новый корабль, вот тебе новая жизнь. Я понимаю, что вот чисто как трагический момент, это такой серьезный поворот. И в первой игре нас привязывали к Акамативу, и было очень печально с ним расставаться. То же самое происходило здесь, нас привязывали к нашему кораблю, но было такое ощущение, что мы с ним будем до конца игры. Может, мы растаем? Вроде тает. Не знаю, правда, сколько времени на это понадобится. А я не вижу никаких других кнопок, кстати, чтобы понажимать или что-то сделать, чтобы ускорить процесс. Я могу только раскочегаривать эту печку. Она перегрелась? Или это значит, что нам просто проход дальше открыли? Стой. Я же не могу отсюда прыгнуть. А, я могу отсюда дальше пойти. Тогда подожди. Я возьму с собой починочку. Там все догорело уже. Ну да, мне кажется, что это так и есть. Я не поплыву на этом. Я думал, что я его растоплю и поплыву, но нет. Я просто растопил себе проход дальше. Или...
Или что, или как? Или я могу пройти только пока оно горит? Не, ну это на самом деле было бы глупо, на мой взгляд. Я же наверху там обожгусь. Вы чё? Я же наверху там ошпарюсь, если я туда пойду. Нет, можно пройти вот... Ай, не спрашивайте, почему так. Ладно, вот у нас прошло сохранение. Давайте тогда... Блин, пришлось спалить фонарик. Давайте на этом моменте закончим. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.